Итак, мы будем сейчас, получается, за Экача бороться, да, против молодого на физе. 23 игры, 74% винрейт. Это сильно. А что у него паяло? Начал лапаться резко. Посмотрим, maybe smurf, maybe boosted. Горький кекс. P2, P3. D4. Тут нету игр. Тут, типа, main mid. Тоже такое. Да вроде нормально. Рексай может быть с физом опасным. Можно ли поднять Элэна в Эрвике, Ноктюрне, Рексай? И вообще, спасибо. На каких лесниках можно Бутлайн поднять Элла? Вроде преимущественно как для агрессивной игры в лесу. Чел на Шака играет, да. Ну окей, окей, окей. Поехали, попробуем закерить, как говорится, с новым скинцом. Так. Ага. Ага. А где же я здесь был? Блин. Суйник потерял. Ну, сейчас мы найдем здесь. Вот Офин разбил. Чтобы отсюда потом смотреть, чтобы именно мой аккаунт был открыт. Спасибо большое, Джонни, за поддержку. Можно ли, говорит, поднять Ела на Варвике, Ноктюрне, Рексай? Можно поднять на всех. И на Варвике, и на Ноктюрне, и на Рексай. На любом вообще леснике можно поднять. Главное, чтобы он тебе нравился, ты понимал, как за него играть. Чем больше ты персом будешь проникнут, тем лучше ты его сможешь реализовывать. Есть просто объективно более полезные персы, которые больше функционал имеют, да. Если, допустим, мы возьмем какого-нибудь лесного, там, не знаю, кого, ну, скажем, там, Шивану. Вот ей надо фармить, ей надо разгоняться, да. То есть с гангами у нее слабо в Йорре. До шестого так точно. А какой-нибудь лисин может сразу гангать. И, естественно, у него возможностей больше за счет этого. Вот и все. А так, по большому счету, на все можно играть. На каких лесниках можно поднять тело преимущественно для агрессивной игры в лесу? Ну, агрессивных лисин, Ноктюрн, Элиза. Вот я говорю постоянно топ-3, да. Из танков агрессивный, ну, в принципе, Зак довольно агрессивный. Олаф очень агрессивный, очень сильный. Шака тоже хороший лесник. Рексай неплохой лесник. То есть попробуй вот на этих персах, они реально сильные. Они реально могут душить, могут нагибать. Так. Возьму сразу бутылку. А что это у него здесь? Какой-то... Что это, шуба какая-то или что? А, это воротник. Лисиный воротник, короче, понял? Песовый. У нас песовый воротник. Так, чисто воротник из собаки. Добро пожаловать в ущелье призывателей. Чтобы они завардили, надо. Играл в ходс. Что для тебя лучше, было бы лига или шедевр от Blizzard? Какой шедевр? Ну, мне не понравилось, фигня полная. Если бы ходс, говорит, не загнулся. Да, какой шедевр? В чем шедевральность ходса, я не понимаю. В том, что там вообще, типа, фармить не надо, ничего не надо, да? На АФК сидишь, нюхаешь. В этом шедевр? Ну да. Прикольный шедевр, конечно. Мне не понравилось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же у него плохо видно стаки. Maybe первый просто так плохо видно. Но в этом есть и плюсы, и минусы, как бы. Что такое? А, он вышку взял.
Угу. Ну, здесь он, конечно, все выформит. Тут, как бы, думать нечего. Ай, лол. Слишком далеко упрыгал. Угу, окей. Ну, здесь два флеша, как бы. Два флеша сразу. Не игнайт. То есть они все отдали. Чисто все отдали. Ну, я вам сразу скажу, лесник у нас нулевой. Нулевой, моментально. Краба не забрал, второго краба не забрал, на контрганг не вышел, просто стоит АФК, фармит лес. Это забей. То есть, ну, на лес можно больше не рассчитывать. Там челик не умеет играть. Это я вам сходу скажу. Если ты не забираешь лес... жуков. И фул клиришь на шаг. Ну о чем речь, чуваки? На контрганг не вышел ничего. Тарксай, он наглу сильнее. Так. Союзник убит. Так, 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 так. Противник убит. Хорошо, заснобулились. Мне надо бы на бэк по-хорошему. Или еще лучше на топ выйдем, заромим. Тут жук стоит. Подойди сюда! Ну, типа, это забей. На 5 не подходит. У него жука ворует. Май гад. Ой. Не повезло. Вы видели, да? То есть у чувака жука ворует прямо с подноса. Прямо с подноса ворует жука. Он никак не среагировал. Вообще пофигу. Говорит, пацаны, мне вообще пофигу. Капец, конечно. Какой-то лесник у нас, да. Какой-то у нас лесник немножко это, каленый. Какой-то индеец в лесу у нас, да. Жестко мощно. Че делать, пацаны, не ясно. Ай. Че делать, не ясно. Ну, надеюсь, сейчас камбэкнем. Блин, фигово, он бегает, фармит. Он реально не бьется. Он взял лесника, которым надо играть агрессивно. Если бы он сейчас играл на каком-нибудь... я не знаю, если бы он играл на чем-то агрессивном, базара ноль. Ой, на чем-то фармящем. Типа там Шиваны, да? Там Ноктюрна. Я бы еще понял такой геймплей. Ну, за Шака не файтить за крабов. Там еще один краб, алло. Что ты делаешь? Ну это уже смешно, лол. Четвертого краба дать? Серьезно? Просто так подарил. Капец. Просто 4 краба подарил. Нормально. Ну, кстати, он не заспаунился. Угу.
Ну, Рюксайка здесь. Рюксайка тут как тут, как говорится. Мощно жестко. Так. Блин, вот это да, конечно. Вот это да, пацаны, конечно, да. Прикольный экоч, скин, да, скин офигенный. Так, ну у нас есть положительные новости. Положительная новость это то, что... То, что у меня есть ХП. Есть АП, есть ХП, и мы можем хекстек про тримейн собрать в ближайшее время. Негативная новость, то, что у нас типа немножко чича произошла на боте, и мы не так идеально разыграли. И опять отдали жука на реке. Ну, как бы классика. Я не удивлен вообще ни разу, что пацан просто не ходит на этих жуков. Забрал. Хорош. Арксай забрали, да? Вот это было красиво. Вот это мне понравилось. Так, вот это было красиво. Мы 3 в 0 разыграли, ребят. 3 в 0. Там видели, Физ сидел, кемперил. Думал, что у нас вижена в кусту нет. Сидел на кемпере, на кемперивал. Такой звук ту-ту-ту-ту-ру-ту-ту. Какой-то в фильме ужасов. Все, отлично. Ох, АДК гречистый конь. А это плохо или хорошо? Ну, если АДК конь, это наоборот хорошо или плохо? Кто знает. Ну ты конь, конечно. Желаю хорошей игры, давайте поддержим Владосика, кто за, плюс чат. Ребятки, лайкосика можете поддержать, буду супер признателен, спасибо огромное. У нас вот, видите, как бы битва нереальная, жестко мощная. Грозу лечей можно взять, 2700 стоит. Так. Сейчас я пропущу. Можно будет сгонять на ботлейн. А, здорово, дядь, здорово. Сильно играешь. Ту-ту-ру-т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 у. Ту-ру-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту. Как-то работает, чуваки. Почему? А, типа, я не понял. Ну ладно. Ну ладно. Ну лаки, конечно, момент. Прикольная механика. Что в обратную сторону полетел, это очень весело. Рюксай ульта кидаю.
Вон оно. Ой, хорош! Ля, просто бронебойный засадил. Ха! Ну ты снайпер. Вот это снайпер, конечно. Ай, вот это снайперочек. Жесткий, мощный. Ну, у них там МФ, МФ-то плохо, МФ она с ультой. То есть она может нормально прессануть. И прессунуть, и прессануть может, и все сделать. Будет, короче, не очень приятно. Найс, забрал все. Фулл крипов. Рыба, рыба идет, рыба. Ну блин, ну Гарон там же, конечно... Гарон уже бам-бам, конечно. Здорово, молодой. Не, скин прикольный, конечно, чувак, я вам так скажу. Скин прикольный. Скин прикольный. Единственное, первые стаки вообще почти не видно. Слишком блеклое. Ну, тут как бы и минус, и плюс. Да? Че он творит, лол? То есть противник может не видеть эти стаки, особенно в полубитве. Ты-то можешь... Ты-то их не просто видишь, ты их еще в голове держишь, да? Ты их считаешь. Допустим, такой, окей, я ему дал автоатаку, дал Q, значит, мне еще одна автоатака, и я, например, прокнул. То есть ты в голове считаешь, а он не считает. Он как просто раз не увидел, и все, и ГГ. Это можно как бы завязать во благо себе. Блин, я даже не знаю, как здесь. Ну, окей, давай. Булдыга получается, без поушенов. Ну, мы на линии толком не стоим, зато у меня сейчас есть сразу профит, куча дэмэджа. Это лучше, чем поушен носить. Сейчас скоро уже лейн закончится. Лейн-фаза. Ай, блин. Я не тоск сломал, не склик. Где был баф, Вась? Где есть был баф? Прям блу нужен по-братски. Кайф. Гарон залез слишком далеко. Наша ты его. Рускурочила. Зачем он залетел? Он прочекал, что здесь берут барона и запрыгнул. Вы видели, что он творит? Да жесть. Типа ты чекаешь, видишь, что здесь забирают, ну вернее не барона, а Геральда берут. Ты не знаешь, сколько человек, и ты типа запрыгиваешь в блайнд. Ну это же бред. Вась, ну не души. Вот так вот. Хорош. Нормально уже. Фу, вот это уже нормально пошло. Сколько лет, сколько зим вышел из запоя. Я, ну, типа, там и не находился еще. Я не заходил в запой, дядь. Какой запой? Ты что, попутал, Вась? Ой, запой. Так. Этот запой, ля. Пушка.
Нормально, типа. Вышку забрали, это уже успех. А две вышки это мега успех. О, здорово. Мою. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Обням-ням. Алло-лё. Скушал молодого. Сильно играешь, проверяй. Только я еще жестче. Так. Рад тебя снова видеть, Владос. Всем привет, ребят. Союзник убит. Так. Ну здесь надо быть поосторожнее, как бы. Не? Во-первых, у меня ульты нету. Во-вторых, очень неясно, где кто. Вижена нету, ульты нету. Ай, почти черканул. Почти был черкаш. Почти черкаш оставил на пацане. Лайк, конечно. Так. Ай да за шо? Ай да за шо? Ну это было глупо, конечно. Это слишком самоуверенно. На шо не счесть? Так. Ай да за шо? Ну я вроде выхилюсь. У меня пассивка настаканная. Вот это вот. Ненасытный охотник. Я буду с автоатак хилиться. Ну не с автоатак, а со своей пассивы, да? У меня по идее нормальный отхил. Видишь, какой отхил нормально идет. Ну что ты хочешь? Что ты мой сладенький, мой маленький дяденька хочешь, а? Что ты хочешь от Владусика, а? Что ты хочешь? С него прыгнуть? Как просто как берсерк. Пацаны. Как берсерк. Мощно. Просто как волк напал на молодого. Я вам фастбейч сделал. Так можно было, конечно. Но эко может возвратиться назад. Можно на ТП, например, слетать, убить чела и вернуться назад, допустим, на топ-лейн. Это новый скин? Да-да-да. Да-да-да. Какой-то прикольный скин. Жесткий. Только что, ребят, подарили. Нет, Владос, скин пушечный. Блин, о, пацаны, реально пушечный. Сейчас мы с тобой поиграем. Погоди, дай мне... Дай мне дождаться ультимейт. А! Здорово, молодой! А? А что это у нас?
А что это у нас? А что это у нас? А это скиллуха! А это просто скиллуха у Владоса. Я... он такой думает, блин, я же его должен был убивать. Как такое? Что это такое? А я такой, братишка, ну это просто скилл. Понимаешь, просто я скилловый, слишком жесткий, мощный, и все. Говорится, пресс-эф, Рексайки. Так. Вот так вот. Скиллуха. Вон она, значит. Ну да, ну блин, ну скиллуха, тут же ничего не поделаешь, пацаны. Если скиллуха, то это уже все. Уже серьезно. Это дядя Офинор скерит. Что делать? Тут уже все, тут чича. Можно только ливать. Другого варианта нема. Нема другого варианту. Все, дядя Владосич сделал свое дело. Ай, ля, маслину поймал. Просто скиллуха, блин. Поймал скиллуху и все. Фух. Так. Гунабэк, наверное. Ай, подожди. Нема, 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 нема. Нема, Вась, нема. Я на базу, пацаны. Окей? По-быстрому. По берегу. Чисто на кипариках. Где моя еда? Чисто на кипариках вернулся. Опа, чё? Нормально. Пацаны, я на бэк. Ладно, пошутил. Голышко ломать. Спасибо большое за поддержку. Здорово, жесткий. Здорово. Я вот тут за советом к тебе. Не могу из серебра вылезть, поднимаю 50-70 лп, а потом в нулину сливаюсь. Игра скиллуха пошла! Бывает, конечно. Что с вылайн себя, но очень да за что он такой жесткий? Что делать? Он слишком жесткий! Он слишком жесткий! Понимаешь, и все. И как делать? Рексайш ушел на топ. Он такой посмотрел, говорит, а тут шансов нет, пацаны. Тут конечная. Тут уже не победить. Уже остановка питерская. Тут уже ноль шансов. Пацан! Уехал на бэк. На недельку. До второго. Пацан уехал в Комарова. Так. Что, хотите вам? Пушечную покажу. Чекай. Да лол. Вась, ну. Дай бэк, ну. Сейчас пушечная будет, пацан. Сейчас пушечная. Да за что, ну Вася, ну е-мое, Вася, красиво хотел, просто мощно, жестко, ну. Ай, не дал мне сделать красоту. Я хотел, короче, бэкнулся успеть, чтобы он на меня прыгает, понял, а я с базы к нему на ульте залетаю, чтобы пацан офигел просто от скиллухи владосовской. Ай, спасибо большое. Вот тут, говорит, за советом к тебе, это правильно. Так, не могу, говорит, из серебра вылезти, поднимаю 50-70 лп, а потом, говорит, в нулину сливаю. Играю, говорит, на танках онли. Бывает, конечно, что свой лейн сливаю, но очень редко, говорит, подскажи, как поработать над собой, чтобы побед было больше. Исправлять ошибки. То есть, ну, как бы, ты, очевидно, играешь не идеально, понимаешь? То есть тебя где-то там не дофармливаешь, где-то на карту не смотришь, где-то вард не поставил, где-то там не задоджил, где-то там, ну... Не знаю, промахнулся способностью, еще что-то. То есть ошибки. Чем меньше ты ошибаешься, тем больше у тебя будет преимущество, тем жестче ты будешь керить. Тем легче тебе будет апаться, понимаешь? То есть твоя задача искать ошибки, понять, что, ну, типа, да, команда плохо может играть, но по факту твое эло зависит от тебя и на длительной дистанции. Если ты реально хорошо играешь, то ты изи будешь керить. И изи будешь апаться.
понять вот это все и начать, собственно, играть уже апа тело, ну, как бы искать ошибки, улучшать свой уровень игры, и все у тебя получится. Ай. Ну, в принципе, вот так вот, братишка. Шо, ПВП? Кто? ПВП? Кто со мной? Кто со мной, ПВП? ПВП! 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 Аля! Скиллуха пошла, все, ГГ. Ультанул, база рухнула, ГГ. Изи. Так, ну что, нормально, я считаю, успешно. Спасибо еще раз за поддержку, дружище. Ну, все просто, говорю, лучше играешь, побеждаешь, изгеришь и ГГ. Звучит легко, а сделать сложно, потому что, во-первых, надо найти ошибку, потом ее исправить. Это время, это силы, это нужно работать над собой. Но если будешь работать, все получится. Кому хонор дать? Давайте молодому Нагарни дадим. Так. А на танках соло не поднимешься? Почему поднимешься? Ты правда челленджер? Да, 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 я челик, да. Жестко, мощно, добро пожаловать, приятно познакомиться. Приятно познакомиться, так. Пожал руку чалику. Нормально, 25 тысяч урона, красиво. Вот это я мощный. Топ-мид, вы, говорит, реально овощи, говорит, без обид. Топ-мид, без обид, вы реально овощи. Жестко, мощно. Ладно, ГГ.